Не на дом один, и здесь, естественно, находится самое главное здание в этом городе. Области. Законодательное собрание Иркутской области. И здесь. Вот, избирательная комиссия и даже администрация президента. С вами светит. И вот у этого прекрасного здания непосредственно сегодня подписей граждан Российской Федерации в количестве за суверенитет. За суверенитет. Сегодня у нас пикетчик передает подписи по народа сегодня есть. Народ хочет убрать внешний блок. Прекрасных, самых достойных людей города. Вас не снимаем, нет. Хотите какие-то поправки внести? Нет. Или какой-то частный вопрос у вас? Это такая общероссийская проблема. Люди еще не понимают. А что такое 228 статья? И значит, ему все равно не подписывают туда, хотя уже и проблемы со здоровьем пожилой человека. Ну это же по заказу то же самое. Это же они, чтобы отбиться и как бы прикрыть. Но здесь вопрос какой? Вот сегодня ведь проблема попроси девушку тише орать. Это же все происходит по заказу из-за рубежа. Поэтому изнутри вот любой повод должен быть, чтобы... Просто видите, тема такая же по спинам к этой теме, там стагнация, негатив, какой-то такой мы слышим, что наркоманов будем все. Уже вы изнутри изучили проблему, они же по-другому обсуждают. Если раньше, допустим, матери тех детей, кто наркоманы, да, и тех детей, кто закладчики, это были два разных лагеря, то сейчас уже... И формально, если говорить, то тут вот сегодня нужно, например, я не знаю, это я вот... ...можем от имени народа внести какие-то тексты, как поправки, что на этих наркобаронов всех надо вешать и расстреливать, там, вот, условно говоря. Такого нет, смертной казни нет для тех, кто замешан по-крупному в этом бизнесе. Нет, ну, я крайним говорю. Я говорю, понимаете, если бы вы внесли какую-то поправку, там 100 тысяч людей, как вот здесь вот уже там, понимаете, подписи. Взвешенная игра.
нужно понять, как она должна быть сформулирована. Быть как-то востребовано. Но в любом случае, сегодня у всех там решат, так и не ну вот вы же, этого. Смотрите, вот вы же идете зачем-то, вам же не платят. И вот вас же волнует эта тема, реально. Правильно? А вот на пусть человек подписывается. Вот. Нет, не, это не китайцы. Нет. Китайцы, они нас не купили. В 93-м году, да, вот когда был развал Союза, юридически закрепить, это может только народ на всенародном голосовании, на всенародном... Конституции заложили такие блоки, из-за которых мы стали... Да, как вот национально-освободительное движение у нас. Да, НОТ называется. Вот. Да, не, ну, это тот же символ, психологически, конечно. А что ты спрашиваешь у Татьяны Николаевны? Процесс происходит. Группы, и шло достаточно много людей. Подробности к этим требованиям мы отнесем сейчас на стает особо актуальным и чего вот хочет от нас человек, вот таксисты и жители. Проедут какая-то. Это Шумелова. И люди спрашивают, наши финансы будут нам подчиняться, когда наши ходят на иностранные ценные бумаги, когда будут возвращены. Экономические темы, и народ требует
исполнительных органов и чтобы банк работал в интересах народа. Пятой и шестой дополнительных вот частей, то, что касается, что на Центробанк навешиваются обязательства укрепляются в Конституции, но при этом мы с вами остается его зависимостью в договоре с МВФ, который должен, да, в приоритете договоров контролировать перекачку дани, чем он и занимается. Этап контролирования уничтожения коренного населения. То есть вот уже цифровая вся вот эта часть цифрового концлагеря организует. Банка под управление государством в интересах. Инициатива, как конечно, авангарда жителей поручению от имени народа несут сегодня. Статьи в части второй, то есть чтобы Центробанк изнутри, а не из выносится нашими соратниками из Иркутска как по всей красе, по всей нашей стране. Собирая подписи, примерно 5-му пункту. Поэтому я думаю, что инициатива будет поддержана во всех городах. Мы дружно еще раз продублируем наши подписи с требованием. На этом мы переходим на трансляцию в другие группы. Значит, с вами были из Иркутска Татьяна Николаевна Расторгуева от здания. Иркутской области и администрации президента, представителя, инспектора по.